Средняя пенсия по республике составляет 8088 рублей, а количество пенсионеров в этом году увеличилось на 8500 человек. Эти данные депутатам парламента привела представитель Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии. В рамках правительственного часа перед народными избранниками выступала замуправляющего Фатима Сарбашева. Впрочем, заседание президиума начали с приятной процедуры. Руководителю аппарата парламента Владимиру Битокову вручили почетную грамоту высшего законодательного органа республики. Затем приступили к обсуждению повестки дня. 4000 предпринимателей в этом году свернули дело. Это колоссальный минус из бюджета фонда. Подобный антибум вызван резким ростом страховых отчислений. Часть бизнесменов при этом не снялась с учета. Мы не можем достучаться до индивидуальных предпринимателей, которые не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, чтобы они снялись с учета. Индивидуальный предприниматель работает, не работает, он состоит на учете, на него начисляется. И очень много претензий уже на стадии, когда они получают наши требования или судебные приставы приходят. Не обошли стороной и вопрос выдачи сертификатов на получение маткапитала. Случаи мошенничества были, отметила выступающая. 30 человек попытались реализовать сертификаты, полученные в Ставропольском крае и Северной Осетии. В их отношении совместно с правоохранительными органами принимаются меры, заверила Сарбашева.